постараемся сегодня сделать этот эфир для вас таким максимально правильным в свете наступающего Нового года, чтобы вы действительно с правильным внутренним настроем и отношением прошли следующий год и вошли в него. Хорошо. Так, ну пока я комментариев в чате не вижу, я надеюсь, что нас видно и слышно. В любом случае, я прошу вас писать и давать обратную связь. Давайте сейчас представлю тогда нашего сегодняшнего гостя. Это действительно, как я сказал, особый эфир. Сегодня я беру интервью у Хасая Магомедовича Алиева. Это, я надеюсь, я могу так сказать, наш очень давний старинный друг. Хасай Магомедович – это один из, на самом деле, выдающихся еще советских психофизиологов. Человек, который очень много занимался изучением мозга, психики и человеческого организма в целом. И на основании огромного количества исследований и человека, и самых на тот момент времени таких серьезных авторитетных систем развития оздоровления человека, создал свою методику, свою систему, метод «Ключ к себе». Метод, который помог, я думаю, что на сегодняшний день, наверное, уже сотням тысяч людей. Действительно, система гениально эффективная, при этом гениально простая и помогала людям в том числе при совершенно трагических и драматических ситуациях, включая, например, ту же Бесланскую трагедию, когда люди были просто в состоянии посттравматического стрессового расстройства и мало кто им мог помочь. В свое время мы привозили, приглашали Хасая Магомедовича в Киев. Это был прекрасный совершенно тренинг с прекрасными результатами. Мы много раз общались и взаимодействовали после, поэтому, имея вот уже многолетний опыт общения, могу точно сказать, что это действительно человек, возможностью общаться с которым действительно имеет смысл очень сильно дорожить и использовать это в максимальной степени. От себя, вот моя личная история, я помню, что мой такой по-настоящему серьезный опыт знакомства с технологией саморегуляции, он как раз и состоялся благодаря методу «Ключ». Где-то в 90-х годах во время учебы в институте, в университете, я купил тогда вот как раз вашу книжку, она у нас продавалась в школьном книжном магазине, и вот это был такой первый, максимум второй вот опыт знакомства с подобного рода техниками. Я тогда действительно очень ярко прочувствовал, насколько это важно, эффективно и сильно, и насколько это необходимо любому человеку. Хасай Магомедович, скажите, пожалуйста, что бы вы могли сейчас, что бы вам хотелось сейчас, вот, наверное, самое главное, как вам кажется, как вы считаете, сказать людям вот в это такое непростое и богатое на перемены время, которое мы сейчас с вами застали? Я счастлив, во-первых, Слава, что мы с тобой сейчас общаемся. Я очень дорожу нашей дружбой. Это взаимно. Это очень важно, то, что я сейчас скажу, потому что ты в моем сердце и в моей голове, если можно так выразиться, потому что я вижу, что ты труженик большой, помогаешь людям, и очень много людей получают пользу практическую и теоретическую от твоей работы. Я поэтому с таким удовольствием сегодня с тобой говорю, и со всеми твоими друзьями, и с подвижниками, и с соратниками. И хочу, конечно, поделиться тем, что у меня за последнее время происходит. В канун вот как раз-таки Новый год скоро будет. Как раз-таки как бы подвести маленькие итоги. Наша дружба творческая, она давнишняя. Да, и несмотря на то, что годы проходят, а это печать такая, которая никаким дождем не смывается. И это меня очень радует. И меня очень радует, что ты такой человек, который живешь этой работой своей, любимой работой. И это для меня как раз пример тех людей, которые на самом деле жизнь свою посвящают с любовью делу, которым занимаются, получая и удовольствие, и определенные, конечно, напряжения, но при этом стоишь на правильном пути. Вот таких людей бы, как говорится, побольше было бы. Однажды я, когда работал в Армении,
в электронной промышленности, я там создавал промышленную психофизиологию, ну, чтобы микроскописты и операторы, работающие с микроскопами, меньше уставали. И у нас там был такой директор генеральный, удивительный человек, который, ну, очень был такой вот плодотворный такой вот. Пригласил как-то однажды человека, там начальника метрологической службы, и говорит: «Рубик, там у тебя, говорит, Клещенко работает». «А, Андрей, да, говорит, иди, Александрович, работает, а что? Вот я хочу новое конструкторское бюро еще одно, говорит, создать. Вот там бы таких Клещенко, как у тебя, человек 10». А Рубик стоит, так мнется и говорит: «Че, Эдик Александрович?» Ну, «Че» по-армянски это типа «нет». Он говорит: «Что че? Что че?» Он говорит: «Ну, Эдик Александрович, таких, как Клещенко, у нас один». Ну, вот интересно. На самом деле, вот если бы сейчас собрать в каждых разных областях, будь то электронная промышленность, йога, медицина, психофизиология, наука физики и так далее, ведь в самых разных областях есть какие-то люди, которые на самом деле, как ты и как я, живем своим делом с любовью, с удовольствием и даем какую-то практическую пользу людям. Вот собрать таких людей бы и создать бы какой-то такой, ну, совет такой мудрецов, что ли. И там бы я мог бы подсказать, вот по последним своим наработкам, как бы им надо было бы на этом совете мудрецов провзаимодействовать, чтобы возник синергетический такой, не альтернативный, а такой, такой диалог, когда бы вдруг они бы, решая общую совместную задачу, например, как сохранить жизнь на планете, как разум сохранить, как сократить кризисы и войны, как продлить творческое долголетие у людей, как научить людей получать озарение по заказу, по своему собственному. Да, и вот эта вот группа людей могла бы сейчас решить такие проблемы. Сегодня же мир находится в точке бифуркации, когда идет перемена всех общественно-экономических отношений, когда вот интернет уже, ведь сейчас уже эпоха перехода на виртуальную реальность, если можно образно так сказать, и здесь в этой точке бифуркации и неопределенности очень много и злых людей, таких недалеких, которые хотят использовать ситуацию для каких-то своих целей, таких меркантильных всевозможных. Ведь это всегда во всех эпохах происходит. В точках неопределенности люди есть, которые стремятся помогать людям, а есть те, которые по недалекости своей встревают туда, и все зависит от того, куда повернет история. И в этой точке бифуркации всегда роль личности играет большую роль, так сказать, большую роль. Я хотел тебе сказать, что я поискал, как в мозге у нас происходит взаимодействие двух половин мозга в режиме работы мозга, когда происходит творческий синтез решений, прорыв через неопределенность, то есть изобретательство у человека, когда происходит. И по этой схеме как раз-таки создать это взаимодействие, чтобы они решили эти проблемы. Ну, у меня такая утопическая идея. Вот я просто хотел об этом сказать. И второе, я хотел сказать, вот недавно совсем у меня вышла книжка новая, а там есть такая фраза: «Заставь стресс работать на тебя». Вот там под заголовок. Супер. И эта книжка связана со школой «Человек будущего» Homo Futurus, в котором есть не только мои наработки, но и наработки наших участников, нашей школы. Наша школа занимается на YouTube-канале, она занимается совместным созданием науки человечности. Да. Дело в том, что человечность, она в
во все века, есть общечеловеческие ценности, которые спасали человечество в момент каких-то вот таких вот перемен. И вот раньше религия как-то спасала, но религии, они с тысячелетней истории постепенно так формализуются, и то, что хотели зачинатели, и Будда, и Мухаммед, и там Моисей, и Христос, они же такие светлые идеи вносили в культуру мира и менялись эпохи. Но постепенно, в связи с тем, что время идет, научно-технический прогресс идет, и борьба сил зла и добра, постоянно все это происходит, то религии, они вот постепенно, так сказать, в какой-то мере формализуются по истечении времени. Остается традиция, в то время, когда смысл сам, вот этот высокий смысл, что человек есть творец, человек способен к сопереживанию, человек способен к созиданию, что счастье – это быть собой, а высшее счастье – это когда мы все как бы вместе, и вместе с этим каждый из нас остается самим собой. Да, ну, вот такие вот моменты, они как бы вот требуют нового и нового подтверждения уже на языке научных слов, потому что наука, как 2×2=4, она доступна и таксисту, и министру, и штангисту, и шахматисту. А религия – это кто во что верит, кто не верит. Вот я науку человечности, вот мы с участием там на YouTube-канале, на моем канале «Человек будущего» Homo Futurus, из многих стран люди, мы вот эти понятия определяем. Что такое любовь, что такое сопереживание, ну, что такое чувство бесценности живого. Мы определяем как понятие, и вот оказывается само творчество по определению этих понятий в четких научных критериях, где уже не могут быть такие расплывчатые толкования, вот, в более четких определениях, сам процесс генерации вот этой науки, создания науки человечности, включает у людей вот эти человеческие качества и подтверждает, да, что человеком надо быть. Да, это как раз-таки еще и еще раз подтверждает. Это очень важно, и сам процесс этой генерации является созиданием нашего такого человеческого будущего. Да. Это как защита одновременно против вот этих злых сил, если условно говоря, которые хотят людей расчеловечить. Потому что вот эта погоня за деньгами, за прибылью и так далее, когда забывают об ответственности, что все-таки и деньги-то для человека нужны, а не человек для денег. Когда вот выравниваются все-таки вот эти вот человеческие качества, минусы, плюсы, вот, собственно говоря, я вот, как и в свое время, основатель теории стресса Ганс Селье, он же в конце, ты знаешь, своих лет перешел к изучению этики. То есть, по существу, мы начинаем как бы с физиологии, психологии, медицины, йоги, а в конце концов мы должны перейти к пониманию, откуда берется нравственность, откуда берется этика. И вот, как говорил Кант, звезды над нами и этика внутри нас, и совесть внутри нас, что все это взаимосвязанные вещи. Ну вот в этой книге последней, а сейчас выйдет в январе новая, там как раз-таки мы уже освещаем моменты, где можно каждому человеку подбирать для себя индивидуально те именно максимально простые действия, которые открывают у него
при сбросе лишнего напряжения, творческие качества, развивает его как человека-творца, прочее, прочее. Вот в целом я такими большими мазками сказал, о чем я хотел говорить, и могу там кое-что конкретизировать. А вот это то, чем мы сейчас занимаемся. Здорово. Ну, Хосе Магомедович, на самом деле это действительно потрясающе, когда человек, врач, который всю жизнь посвятил медицине и помощи другим людям, говорит на самом деле в первую очередь не про там, условно здоровый образ жизни, про то, что надо там двигаться или там что-то еще делать, а говорит вот о таких глубоких и важных, о философии, о таких важных вещах, потому что действительно все начинается с этого, и действительно в огромной степени все начинается с этики. И тут спасибо вам огромное за то, что вы поднимаете вот такие важные, значимые вещи. Это прекрасно. И я действительно, я не перестаю поражаться вашей продуктивности и тому количеству творческого заряда, которое вы в себе открываете, потому что я даже не знаю, сколько вы книжек написали за всю вашу жизнь. Это же огромное количество книг, и огромное, и многие из них же переведены на иностранные языки. Я слышал когда-то цифры, на какое количество языков переведены ваши книги. Это прямо много, если я правильно помню. Да, много-много. У меня, я даже в бренде 5 российских авторов в Париже. Потом у меня в Англии переведено, у меня там в Сербии вышло год назад, в Болгарии. Ну, и очень много книг. Но самая важная книга, которую мы все напишем, я думаю, вместе. Потому что сегодня наступает такой момент, когда все меняется в жизни, но вот эти общечеловеческие ценности и методики, и работы, связанные с тем, чтобы человек умел сбросить стресс и выйти на себя как на творца, это очень важно, и то, что ты делаешь, очень важно. И поэтому я хотел вот поделиться своими новостями, что, оказывается, даже любой человек, психически здоровый человек, он по своей природе, как ты знаешь, он хороший. Если он не замучен неправильным воспитанием, если он не замучен болезнями, если он не замучен там радиацией или там какой-то генетической наследственностью неправильной. Нормальный человек, он хороший. И он хочет творить, но заставь его не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Человек по природе так устроен. А когда религии говорят, мы вас этому учим, они просто берут человеческое существо, которое выработано миллионами лет развития. Они его способности, ему же и меняют, и культивируют, и развивают. И поэтому все в человеке. Самое главное, показать человеку иногда нужно, какой он есть всевозможный. Примеры показать, потому что очень часто человеку не показывают его возможности, а манипулируют тем, что говорят, мы тебе покажем сверхвозможности, а все молодые особенно стремятся развиваться, и они очень часто попадают на крючки не тех совершенно направлений, где ими просто пользуются по разным целям. Я просто хотел сказать о том, что твоя работа и моя работа находятся в правильном русле, русле эволюции. Это очень важно, потому что очень много людей занимаются цигун, например, очень много людей штангу поднимают, культуризмом занимаются, там, теннисом занимаются, на конях скачут. Это очень, конечно, важно и полезно, но вот все это, оказывается, разные аспекты одного и того же творческого процесса, потому что человек – единое целостное духовно-физическое существо. И когда он обретает заново и заново свою целостность, он и картину мира видит целостную. А когда он находится в стрессе, он в узком коридоре понимания вещей, у него весь организм, вся природа направлена на выживание,
Да, а когда он находится в нормальном состоянии, направлен на созидание. Вот сейчас я как раз-таки несколько новых вещей разработал, хочу поделиться. Значит, это прием ключевое дыхание. Хасей Магомедович, я прошу прощения, простите, пожалуйста, я вас перебью. Буквально, друзья, два орг-вопроса. Первое, я тут вижу в чате уже есть вопросы появились. Друзья, давайте договоримся таким образом. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Если у нас будет складываться общение таким образом, что мы будем успевать на них отвечать, я буду их зачитывать, и Хасей Магомедович на них для вас ответит. Ну, единственное, что просьба, сразу давайте договоримся, что если вы будете сейчас писать вопросы по своим диагнозам, у меня болит вот здесь, а у меня вот здесь, что мне делать, я не буду этого зачитывать, просто, ну, мы так не закончим. Поэтому просьба, вопросы в чат пишите. Те из них, которые я посчитаю правильным, я Хасаю Магомедовичу задам, думаю, что, наверное, в конце сегодняшнего эфира. Посмотрим, как у нас сейчас сложится. Это первое. Второе. Друзья, пожалуйста, если вы видите, что это полезно, это действительно может быть ценным для других людей, поставьте, пожалуйста, лайки под этим видео, подписывайтесь на нас в YouTube, Facebook и, опять же, оставляйте свои комментарии. Просто пишите в чате вот то, что посчитаете нужным, ну и, опять же, задавайте вопросы. Чем больше вы будете ставить лайки под видео, подписываться на канал, комментировать это видео, тем больше людей потом это увидит. Я считаю, что эти вещи сейчас действительно просто необходимы. Ну, любому современному человеку, людей с таким опытом, как Хасей Магомедович, таким глубоким пониманием жизни, потому что то, через что ему пришлось пройти, на самом деле, ну, я многое знаю, и это очень непростая жизнь, и жизнь, ну, полностью для людей, в принципе, для людей. Поэтому мне бы действительно очень хотелось, чтобы как можно больше людей это увидели, услышали и смогли вот это ощутить и к этому прикоснуться. Простите, пожалуйста, что я вас перебил, все, я умолкаю. Ну, спасибо, Вячеслав. Я знаю, ты всегда ценишь мою работу. Я также ценю твою работу. Я спасибо так счастлив, большое, что мы сегодня с тобой обсуждаем это в канун Нового года. Это очень важно, потому что мы должны из прошлых лет взять позитивное, чтобы внести в Новый год, и там это еще увеличить. Я хочу поделиться сейчас вот какими мыслями. Дело в том, что оказывается, человек любит, допустим, конный спорт, или любит плавать, или любит бокс. Но он просто не подозревает, что когда у него нет возможности поплавать, то он, допустим, состарился, так любил бассейн, так любил плавать, а теперь он не может, и теперь он дома находится, ему там, допустим, 90 лет, к примеру, да, вот. Оказывается, он может восстановить у себя некоторые утраченные функции и возможности с помощью моделирования. Моделирование этого действия, которое ему раньше приносило счастливое состояние. Например, когда он делал вот так, он входил в ритм, и когда он входил в ритм, у него открывалось какое-то состояние, когда он мог плыть бесконечно. Да. То же самое бегун, он когда входил в ритм, это есть марафонский бег, марафонец мне говорил, главное в беге найти ритм. То есть если он вошел в ритм, он может бежать бесконечно. То же самое он, допустим, в боксе. Он вошел в состояние, когда на автомате все это делает и так далее. Так вот, сейчас ему, допустим, 90 лет. Допустим, он инвалид, допустим. Допустим, закрыты все возможности куда-то поехать. Допустим, карантины. Ну, мало ли чего бывает в жизни. И вот он, оказывается, может моделировать. Это уже новые упражнения. То есть он вспоминает, какие действия в жизни ему очень нравились, он просто может у себя в комнате взять, да, вспомнить, как он там штангу поднимал в спортзале, а сейчас штанги нету. Или, например, как он на лыжах ходил, а сейчас нет возможности у него поехать на лыжную горку. И он сидит дома, к примеру, так он может смоделировать, он может просто в реальном масштабе времени представить себе, что он стоит на лыжах, и начать тупо механически делать движение. И войти в это состояние, в этот ритм,
И вдруг он начинает замечать, как ему хорошо, дыхание меняется, ну, как будто он там тогда. То есть он может воспроизвести путем моделирования те состояния того момента событий жизни, которое было 10, 20, 30 лет назад. И делая так, допустим, 2, 3, 5 минут в день, омолаживаться, к примеру. Да, или выздоравливать, к примеру. Но здесь он играет свою собственную игру. Он не по какому-то заданию делает вот так вот, а сам вспоминает, когда он был счастлив, и воспроизводит эти действия, то есть моделирует ранее известные для себя какие-то моменты в реальном масштабе времени, как это было тогда. Вот, например, он был счастлив. Вот одна девушка мне рассказывала, что 20-30 лет назад она была тогда молодая, и она была счастлива. И я ее спросил, а сейчас она очень в возрасте мудром и очень больная. Я ее спросил, ты когда была счастлива? Она говорит, вспомнила и говорит, я, говорит, танцевала с молодым человеком на танцплощадке. Я, говорит, как-то положила голову ему на плечо, и он вел меня в танцы. Я, говорит, прямо забылась, и у меня было такое чувство надежности, такое чувство безопасности. И вот так я танцевала, и вот это состояние, говорит, я была счастлива. Да, я говорю, ну вот возьми сейчас, встань, пожалуйста, у себя в комнате. Именно так же. Положи голову, именно так же держи руки, именно так же двигайся. Просто, мягко говоря, тупо повторяй те действия, которые ты тогда делала. И она начала так кружиться по комнате, положила голову на мнимое плечо. И потом в какой-то момент она села на диван и говорит, слушай, что это со мной произошло? Что за волшебство? Что за волшебство? У меня, говорит, такое состояние. Я, говорит, прямо там как бы очутилась. Я говорю, вот так ты бери, и теперь каждый день 5 минут танцуй. 5 минут танцуй, потом посиди, сделай взгляд рассеянный, отпусти себя. И вот так немножко покачайся. Если захочется плакать, плачь. Если захочется спеться, спейся. То есть дай то, что организму требуется. Захочется спать, спи. Это последействие называется. Вот я уже рассказываю принципы моделирования. То есть по существу любой человек может сам себе создать упражнение из прошлого своего опыта, счастливого кусочка жизни. Это называется воспроизводство ранее пережитого опыта в новом назначении. Ну, это как изобретение получается, потому что в изобретениях тоже есть такое понятие использования известного устройства в новом назначении. А вы здесь воспроизводите прежде испытанное состояние в новом назначении путем моделирования тех действий, которые вы тогда совершали. И нет никакой необходимости внушать себе что-то. Вы просто тупо берете, почему я слово «тупо» употребляю? Потому что, чтобы акцент поставить, что не надо там себе внушать чего-то. Вы просто вспоминаете, когда вы были счастливы. Потом берете и воспроизводите эти движения. И когда вы воспроизводите эти движения, у вас это воспоминание включается более полно, возникает механизм голограммы, и вы там оказываетесь в этом состоянии. Потом вы садитесь. Еще раз повторюсь, вы опустили мысли на самотек, просто сидите, покачивайтесь, отпустили себя по зеленой зоне, это называется волна. Но я все детализировать не буду, я просто принцип сейчас сказал. Вы можете использовать свою память, свои счастливые участки жизни для омоложения, для восстановления, для исцеления. Да, ну там курс надо пройти, это уже детали и так далее, и так далее. Супер. Хасан Магомедович, я когда вас перебил, вы начинали говорить о дыхании, что вот одна из ваших наработок, которые сейчас у вас есть, и то, что для вас интересно, это вот
какая-то работа с дыханием. Можете рассказать подробнее? Тоже очень интересно. Да. Я, чтобы рассказать конкретно, значит, вам сначала скажу, что я сейчас с бутейкой лично. Когда, значит, бутейка, я ему показал, как руки разводятся, я ему показывал идиомоторный прием, левитация рук, и у него руки пошли, и он говорит, о, дыхание стало как надо. А бутейка-то знал, какое дыхание ему нужно. И он говорит, это можно применять для тех, у кого волевая блокада дыхания затруднительная. Например, да? Я говорю, ну почему же только для них? Для всех можно применять. Дело в том, что у бутейка задержки дыхания вызывали состояние, которое у Стрельниковой интенсивное дыхание вызывало. То есть дело было не в дыхании. Я это изучил и понял, что не в дыхании там дело, а дело переводе начатого действия в автоматизацию. Вот когда вот бегун бежит, я сказал, и вышел на автоматизм, то есть ритм вошел в ритм, или пловец, когда выходит в ритм, он может плыть бесконечно. Так вот то же самое здесь. Когда переход в мозге происходит от новизны к автоматизации, сразу меняется энергозатратность, и поэтому можно не считать дыхание, не делать какие-то специальные упражнения дыхательные для того, чтобы выйти на состояние восстановления, например, изброса стресса. Например, ключевое дыхание, вот которое я придумал, оно требует буквально минуту. Не надо там внушать себе ничего. Не надо дышать каким-то особым образом, ничего не надо. Надо вот так вот, человек находится в жутком стрессе, я беру в такой случай, ну, критический, для примера. В жутком стрессе он находится, если он начинает продолжать переживать, о чем он переживает, думать, о чем думается, и в этот момент, одну минуту буквально, в том положении тела, в котором он находится. Хочет он ходит, хочет сидит, хочет лежит, неважно. Просто одну минуту, переживая, о чем переживается, в этот момент параллельно, фоново прислушиваться, вдох у него теплее или выдох. Вот он одну минуту думает, о чем думается, переживает, о чем переживается, не надо там выгонять мысли из головы, не надо настраиваться на позитив, вот этой всей работы лишней не нужно. Просто прислушиваться, вдох или выдох теплее. У кого-то вдох теплее, у кого-то выдох, кто-то не различает, вдох у него или выдох. У кого-то бывает так, что сначала вдох, потом выдох. Но одну минуту буквально. Если он прислушивается, то оказывается, через одну, ну, полторы минуты, допустим, происходит такое быстрое снижение нервного напряжения. Да. И он говорит, я что-то успокоился. А у него только две минуты назад стресс был. А он просто прислушивался, вдох теплее, выдох теплее. А это, оказывается, вот что производит. Дело в том, что тепло – это комфорт. И поиск тепла вообще в жизни – когда мы думаем о тепле, мы расслабляемся невольно. Это связано, ассоциативные вещи. Тепло – это приятно. И поэтому, когда мы дышим и прислушиваемся к теплу, мы же осуществляем поиск. Поиск тепла – значит поиск комфортности, значит поиск расслабленности. То есть я не знаю о том, что я расслабляться собираюсь, но я расслаблюсь, если я буду искать тепло. Вот на этом механизме построено, что буквально одну-полторы минуты человек может быстро привести себя в состояние между сном и бодрствованием. Это очень быстро помогающая методика, называется ключевое дыхание. Любой человек так может сделать, он может потом сказать, а я так и не понял, что у меня теплело, типа, а это не важно. Это не важно. Главное, что он ищет тепло. Он охотник за теплом. Да. Ну вот, он может нервничать,
там может ходить, может лежать, особенно люди, которые вот не могут никак заснуть, они могут лежа начать прислушиваться, вдох у них теплее или выдох, а сами думают, о чем хотят, пожалуйста, о чем думается, о том думается. То есть здесь очень мало требований, мало искусственности, да, мало какого-то труда. И поэтому мне кажется, что это большое достижение сегодняшнее. А второе достижение есть волна. Я тоже могу рассказать. Расскажите, конечно, нам абсолютно все полностью интересно. Вы, давайте так, сейчас вы расскажете вот то, что про волну хотите рассказать, а я потом озвучу несколько вопросов из чата, которые, мне кажется, имеет смысл озвучить, потому что многим будет полезно услышать и интересно ответы на эти вопросы. Волна – это то, что мы делаем непроизвольно всегда, в каких-то обстоятельствах. Это некое повторяемое действие. Вообще формула такая, что повторяемые движения снимают напряжение. Повторяемые действия ментальные тоже снимают напряжение. Отсюда произошли четки, молитва, мантры и прочее. Но все у нас же на повторяемых действиях, либо физических, либо ментальных, то коротких, то длинных. Поэтому вот волна – это вот событие, когда люди, вот, например, молятся, они на это особо не обращают внимания. Они там ментально повторяемое действие совершают какое-то, а при этом невольно они покачиваются. И поэтому можно без молитвы, думая, о чем думается, просто покачиваться, переживая, о чем переживается. Потому что большой ошибкой психологов является то, что они очень часто предлагают человеку, которому плохо, которому тяжело думать о хорошем, а ты думай о хорошем, ты переключись, ты настройся, а ему тяжело, он сейчас в таком положении, что думать о хорошем не может. Волна помогает, потому что мы говорим, думай, о чем думается. Думается о плохом, думай о плохом, но соедини это с покачиванием. И когда человек продолжает думать о плохом, переживает о плохом, ну что в голову лезет, о том и думает. Но при этом отпускает свое тело на покачивание, соединение повторяемого действия с переживательным процессом очень быстро приводит к тому, что у него производится вхождение в ритм и снижение напряжения. То есть волна вот, ну, буквально за несколько минут очень большой стресс может погасить. И человек выходит на состояние такого безмятежного состояния. У нас есть для этого индикатор напряжения, который мы предлагаем. Это вот, допустим, 10. 10 – это стресс такой высокий, а 0 – это безмятежность. Это будет у нас шторм, а это будет штиль. Это виртуальный индикатор, называется у нас еще градусник напряжения или шкала стресса. Вот оказывается еще вот что, если человек, представьте, ну изначально на каком отделении сейчас находится, допустим на 8 или допустим на 5, а потом он сделает ключевое дыхание, то у него сразу снижается напряжение. А если он сделает волну еще дополнительно, так он вообще уйдет на ноль. Это будет состояние, когда у него ощущение такое вот бывает между сном и бодрствованием, когда он не заснул до конца еще, но засыпает. Это любой человек понимает. Когда он засыпает, в какой-то момент возникает вот это ощущение полной безопасности, ощущение комфортности, безмятежности, безвремения, ощущение такое, где нет суеты, где нет тревог, где нет беспокойства и так далее. Вот это между сном и бодрствованием. Или когда он просыпается, у него бывает это ощущение, когда он думает о чем-то, но ничего внутри не задевает, но потом вдруг вспомнил, что экзамен, и включился. Вот до этого момента включения, когда мысли не сопровождаются эмоциями. Две половины мозга как бы разблокированы. Это очень важное состояние, потому что на самом деле, если это состояние немножко продлить, это и будет нирвана.
потому что, ну, это я могу потом ответить на вопросы, но сейчас я вам могу сказать, что переживания переживайте, не надо себя перебивать, не надо заставлять себя думать о хорошем, когда вам плохо. Это трудно, это дополнительное напряжение. А думайте, о чем думается, только подключитесь. Переживания на волне колебания. Вот переживания на волне колебания автоматически снимает напряжение, потому что происходит моделирование непроизвольное мамы, которая качает ребенка. Она что делает? Когда она качает ребенка, она подбирает ему ритм. Он больше там напряженный, она чаще его качает. Или наоборот. Вот эта синхронизация частоты повторяемого действия с текущим его нервно-психическим напряжением на волне обеспечивается. То есть это модель мамы, которая качает ребенка. Если вы переживаете, о чем переживается, если не переживаете, не переживайте, пожалуйста. И когда вы так делаете, отпускаете себя, то у вас появляется состояние успокоения. Так дело в том, что если человек садится и старается расслабиться, как по ошибке многие делают, если он старается расслабиться, он вмешивается своим умом, как расслабляться. А у него есть естественный механизм расслабления, и он своим умом, то есть своим представлением о том, как надо делать, без согласованности с природой, а по своему представлению, он все время, как палка в колесе, вмешивается в этот процесс. Когда человек переживает, если он отпустит себя, да, просто переживает, о чем переживается, ищет, как ему приятнее, волна, вот он и переживает, и он потом вдруг замечает, что он уже не переживает. Вопросы есть? Супер, спасибо большое. Давайте сейчас зачитаю несколько вопросов из чата, потому что вы вот до этого момента рассказывали. Был вопрос о том, что делать, это к технике вот про воспроизведение позитивного опыта из прошлого. Был вопрос о том, что делать, когда нет, в принципе, приятных воспоминаний из предыдущего периода жизни, когда ничего хорошего не вспоминается. Очень хороший вопрос. Как говорят обычно, спасибо за вопрос. Ну, потому что на самом деле хороший вопрос. Значит, если нет чего вспомнить, на самом деле это просто потому, что человек в таком состоянии. Что вспомнить? Всегда есть. Но чтобы это вспомнить, можно чуть-чуть снизить напряжение. Поэтому, если вы сделаете ключевое дыхание прямо сейчас, то через 1,5 минуты вы вспомните. А потом перейдете к моделированию того, что вспомнили. Вот так можно поступать. Супер, спасибо большое. Здесь есть уже обратная связь в чате от людей, кто уже попробовали дышать вот по той методологии, как вот вы объяснили, и говорят, что действительно эффект моментальный, и очень хорошо это ощущается, и люди вас очень сильно за это благодарят. Еще вопрос. Как избавиться от детских психологических травм? Детских? Да, детские психологические травмы. Как избавиться? То есть травмы были в детстве, а сейчас человек взрослый, да? Ну, очевидно, да. Очевидно, да. Да, я общий принцип скажу, потому что я не знаю, что у него и как. И мы, когда обучаем человека управлять своим состоянием по методу ключ, мы не вмешиваемся. Что за травма была, нас это не интересует. Потому что у нас структурный подход, целостный. Что мы предлагаем обычно сделать? Мы предлагаем сделать волну, например, мы предлагаем сделать ключевое дыхание, мы предлагаем делать левитационные упражнения, это упражнение идеорефлекторное. Вот есть идея, что руки расходятся, мы отпускаем взгляд, делаем рассеянный, принимаем такое положение, когда мы стоим удобно, руки на таком, как будто на воду положили, чтобы плечи не напрягались. Представляем, что руки расходятся, и когда руки пошли, тело начинает покачиваться, руки идут при этом быстрее, потом представляем, что руки идут друг к другу. Если они не идут, мы попробуем, чтобы руки так шли. Если так не идут, мы попробуем, чтобы руки поворачивались вместе с корпусом.
объектом. То есть мы осуществляем подбор действий, которые включаются. Потому что если у него шея там болит или напряжена, конечно, руки не пойдут. Поэтому нужно вот подбирать действия, которые синхронны к текущему состоянию, обходя конкурирующие сигналы. И поэтому, если детские травмы, вы делаете ключевое дыхание, вы делаете волну, вы пробуете делать эти левитационные упражнения, вы пробуете делать другие упражнения из воспоминания счастливых моментов жизни и так далее. То есть, по существу, сам принцип подбора путем перебора того, что вам подходит, оказывается, развивает творческое мышление. То есть, по существу, если бы задали вопрос, как развиться в творческом плане, то я бы сразу сказал, подбирайте те действия, которые снимают стресс, вы тем самым развиваете творческое мышление. Это очень интересный подход. Такого нигде не описано. Поэтому я всегда демонстрирую, например, что я лично вот картины рисую. Вот у меня ангел-велосипедист, посланец мира и дружбы. Или вот картина у меня там, танцовщица, Берегиня. Вот, пожалуйста, то есть я демонстрирую свой метод тем, что я и картины рисую, и книги пишу там, и спортсменов тренирую олимпийских, ну, много чего делаю. Это просто пример, что если вы подбираете действия, синхронные вашему состоянию, а ведь смотрите, как интересно, все упражнения ключа, они основаны на осознанном использовании инстинктивных реакции человека, которые у него и так возникают в жизни, и которые помогают ему выйти из стресса. Он на самом деле, когда нервничает, у него нервная дрожь бывает, его трясет, это у спортсмена мандраж, у девушки это нервная дрожь, или у него оцепенение бывает, или там такое, условно говоря, окаменение какое-то бывает там. Ну, много вот, что у него возникает, или слезы у девушки бывают. Это же ведь защитные реакции все. Так если у вас трясет, когда вы нервничаете, так возьмите, потряситесь. Просто встаньте и потряситесь. Подберите ритм, который синхронен вашему состоянию. Это упражнение «потрястись» называется. У нас есть упражнение «шалтай-болтай». Ну, руки в сторону, влево-вправо. Что делают все дети и подростки. То есть все упражнения ключа, они основаны на осознанном применении инстинктивных действий человека, которые человек непроизвольно делает, когда снимает стресс. Поэтому, еще раз, возвращаясь к детским травмам, речь идет о одноразовом применении или курсовом применении. Если курсовое применение, чтобы там эффективно, хорошо проработать все это, надо это просто несколько дней делать, там, может быть, полмесяца делать, в удобное время подбирать себе, чтобы в этот момент никто вас не дергал, потому что если вы эти упражнения сделаете, может появиться желание поспать, так надо поспать после действия. Потому что если появится такое желание поспать, надо, это значит, вы стресс сняли, организм востребовал, что же ему не хватало. Это значит, сна не хватало, значит, надо поспать. И вот когда вы выполняете требования организма после снятия напряжения, этим самым и обеспечивается полнота вот этого восстановительного процесса. Иначе человек делает ошибку. Он стресс снял, ему спать, допустим, захотелось, а он пошел дрова колоть. Потом сам же себя на стресс загоняет. Ну, конечно, он еще больше загоняет себя. А потом говорит, я к вам на курс ходил, а мне еще хуже стало. Ну, конечно, потому что организм после снятия стресса подсказывает, что надо делать, а он себя не слушает. То есть, по существу, мы обучаем людей слышать себя, слышать потребности организма. Ну, много людей хотят выспаться, например, они дают себе спать, потому что на работе надо быть, надо то делать. А вот видите, актер, которым был Зельдин, за 100 лет на сцене выступал, его когда спросили, в чем секрет долголетия, он сказал, не переутомляйтесь. И такие простые вещи, не переутомляйтесь. Да.
Ну, да, об этом много можно говорить. Просто метод ключа основан на принципе подбора путем перебора действий, соответствующих вашему состоянию в момент их использования. При этом надо знать понятие дозы, что если вы нашли действие, соответствующее вам, то в зависимости от того, сколько вы его применяете по времени в данный момент, допустим, полминуты, минуту, час, будет другая разная реакция. Если вы делаете хлёст, например, упражнение хлёст, чтобы раскрепоститься, одну минуту делаете по ключу. А если вы найдете действие, которое волна, то делаете 5 минут, допустим. Это чем больше вы делаете, тем больше вы расслабляетесь. А короткие действия, они раскрепощают. Ну, это целая наука. Вот Вячеслав все это знает прекрасно. Просто я вам сейчас рассказываю, кто не в курсе. Спасибо большое. Вопрос вот как раз, вы про это уже говорили, просто, может быть, еще какие-то вещи конкретизируете. Если можно, какие-то советы от притревожности и бессонницы, что бы вы порекомендовали людям? Да. Вы говорили уже об этом. Тревожность – это очень большая проблема. Я постоянно с этим тоже сталкиваюсь, постоянно у меня очень большая проблема. Ну, во-первых, это проблема... Тревожность, потом паничность, паники – это, как правило, возникают явления, связанные с сосудистыми проблемами в большом числе. Да. И часто это бывает, паники возникают после того, как человек криз какой-то пережил и, может быть, даже не знал об этом. Давление подскочило, у него какое-то беспокойное состояние, он был здоровый и не поймет, что это, он идет по улице, и вдруг как будто все валится на него, напряжение какое-то, паника какая-то. И у него происходит фиксация внимания на ожидание этого состояния. Потом при всяком следующем случае, когда какой-то маленький дискомфорт с любой точки зрения, там оступился, рукой ударился, опять у него это вспыхивает, потому что осталось в подвешенном состоянии. Что же со мной было? Ну, это в первую очередь надо, конечно, шейный отдел просмотреть. Шейный отдел. Опять волна. До волны можно сделать следующее. Вот так вот сесть свободно. Да, не поднимая плеча, повернуть голову направо. Смотреть на противоположную стенку. Потом точно так налево, посмотреть на противоположную стенку, посмотреть градус, где больше. У кого-то на палец, на два, на три, разница в повороте. Да, ну что уж, ну, проблемы. Вот паники, например, у человека. А вот проверили шею, тут же видно, что здесь проблема. Венозный отток нарушен, конечно. Надо шею подлечить. Как подлечить? Опять же, можно волнуть. Можно отпустить себя, вот так раскачиваться, думать, о чем думается, переживать, о чем переживается, идти по зеленой зоне, так сказать, по повороту такому. Ну, кто-то вот так делает, кто-то вот так вот делает, вот так. Потом, ну, буквально 5-10 минут, да, смотришь, голова лучше поворачивается. Мышцы там от спазмов глубоких, коротких мышц спины освободились. Позвоночник становится на свое место. Да, вот я предпочитаю вот так вот коррекцию шеи делать. Раньше я в своей жизни мануальной терапией занимался, я иглотерапевт и так далее, и так далее. Но сейчас я предпочитаю волна, она при правильном, а правильно это комфортное выполнение. Курс, если пройти, допустим, 10 дней, 12, 15 дней, ну, у кого как, да, удобное время, минут по 10, по 15, вот так вот делать. Причем это для ленивых. Потому что тут не надо никаких усилий. Ты просто находишь, как тебе проще, думаешь, о чем думается, делаешь, как делается. Вот посмотрите, думаешь, о чем думается, делаешь, как делается. Да вроде ничего и не делаешь, но так естественно и получается, что ты выходишь на состояние, когда организм сам себя начинает выстраивать. Потому что включаются эндорфины вместо адреналинов, да, включается тут ощущение, как будто ты немножко выпил. Но алкоголь-то на самом деле это химический заменитель эндогенного эндорфина, эндорфиноподобных веществ. Наверное, вы все это знаете. Да, и у нас все есть, аптека внутри нас есть.
Когда человек занят действием, синхронным своему состоянию, например, он любит рисовать и занят этим действием, у него тоже включается внутренняя аптека. Просто нам раньше этого в школе не говорили, что любимое дело важно для здоровья, а не только для здоровья нужна больница, спортплощадка. Нет, если человек занимается любимым делом, он уже на пути к здоровью находится. Просто нам часто не дают заниматься любимым делом, или мы себе не даем, потому что мы думаем, ну а что там этим заниматься, это же деньги не приносит. Ну и мы сами себе обрубаем все. На самом деле и деньги это приносит. Если вы действительно по-настоящему любимым делом занимаетесь, все равно вы станете необходимым. Да. Ну а если у вас нет такой возможности, все равно как-то надо жить, зарабатывать. Хотя бы досугом. Досуг нужен вам. Найдите, что вы любите больше всего. Цветы сажать, рисовать, там, в теннис играть. Ну, что вы любите? Ну, обязательно надо заниматься любимым делом. Хотя бы как досугом. Это уже есть элемент оздоровления. Да. А там уже все остальное прикладывается. Если у вас есть любимое дело, все остальное приложится. Спасибо вам большое. Еще вопрос. Вы сказали, что стресс может работать на пользу человека. Что конкретно надо делать? Я как раз сейчас в стрессе. Ну, я думаю, что это просто многих касается. Тема тоже очень актуальная сейчас. И могли бы вы рассказать людям более детально, что вы под этим понимаете? Да, у нас есть такое понимание, как разгрузка и перезагрузка. Разгрузка – это, например, вы берете любое действие, которое вам можно удобно, приятно повторять бесконечно раз. Например, шалтай-болтай там, или плавательное действие у кого-то, или грибное действие, или там на лошади скакать якобы, да, упражнение такое. Или волна, опять же. Вы делаете, выходите из, допустим, 10 – это шторм, на минус, на 0. И после этого у вас начинается плюс. Вот это был минус, через ноль потом идет плюс. То есть, когда вы выходите в состояние безмятежности, у вас начинает появляться способность помечтать. И тогда вы делаете перезагрузку, вы начинаете мечтать о том, что теперь, попадая в любой стресс, мгновенно вспоминаете те задачи, которые у вас есть нерешенные, висящие, над которым вы бьетесь, но решить не можете. Вот вы в стресс попали, вы об этом мечтаете, что когда вы попадете в стресс, любой, то вы вспомните о своих задачах. И тут же эта энергия напряжения, как в айкидо, потечет по адресу этих решений, этих задач. Сейчас еще расскажу. То есть, если вы в стрессе находитесь, уже еще не подготовленные, еще не знаете эту формулу, чем больше стресса, тем больше сил, еще не знаете, конечно, вы не можете это сделать. Для этого надо сделать перезагрузку мозга. Перезагрузка делается так, что когда вы в стрессе, вы снимаете напряжение, выходите на ноль, на этом фоне мечтаете, что когда бы вы в стресс не попали, энергия этого напряжения пойдет на решение ваших проблем, которые вам надо научиться запоминать. Допустим, у вас есть несколько проблем, несколько задач. Вот у меня картина недописанная, или там книжка недописанная, или там больной у меня, там, или еще что-то. Я над ним бьюсь, вот как помочь, как сделать там. Вот у меня задача есть. И вот вдруг стресс случился. Я мгновенно вспомнил эту задачу. Мгновенно у меня идет облегчение, и мгновенно мозг заработал, как лучше решить задачу. Это так происходит, потому что мы сделали перезагрузку мозга, то есть путь проложили там в нейросетях мозга. Это надо практически показать, потому что теоретически это мы можем об этом долго говорить, но я сейчас о схемотехнике говорю, что индикатор напряжения надо использовать, чтобы понять, как идет процесс. Потом выйти из минуса, из высокого напряжения на ноль. И здесь надо, когда место освободилось, когда две половины мозга как бы развелись,
здесь надо положить туда то, и потом мосты сойдутся, уже захватив новое отношение к жизни, потому что вы потом, после этого, начинаете искать стресс. То есть вы ищете этот стресс, и поэтому отношение к стрессу другое уже. Откуда эта идея возникла вообще? Дело в том, что многие люди, которые в жизни своей испытывали очень сильные кризисы, сильные стрессы, падение жизненного уровня, потеря миллионов своих и так далее, вдруг потом замечали, что через некоторое время они все это восстанавливали. Да, а некоторые оставались в этом положении разрушенном. Так вот, кто был сильный духом, он восстанавливал, несмотря ни на что. Так вот, эта перезагрузка, она у него осуществлялась как бы спонтанно. То есть это природный механизм. Просто когда мы это делаем осознанно, нам не надо 5 лет. Когда мы делаем осознанно, мы уже знаем схемотехнику, и человек может по своему желанию это несколько раз попрактиковать, и у него потом взгляд на стресс совершенно меняется. Он начинает эту энергию использовать. Поэтому здесь и написано: «Заставь стресс работать на тебя». Потому что я смотрел там сайты различные, где написано «Управление стрессом». На самом деле не управление стрессом, а снижение стресса. Там упражнения йоги, медитации и прочее. Это не управление стрессом. Это не использование стресса. Вот сейчас мы говорим об использовании стресса. Но дело в том, что вы все его используете инстинктивно. Но иногда случайно. Я говорю о том, чтобы его использовать сознательно, всегда, когда вы хотите. Конечно, вы его всегда используете инстинктивно. Ну, иногда да, иногда нет, но вы его используете. И когда вы один раз сделаете сознательно это, то вы вспомните, ой, сколько раз вы сами себе помогали инстинктивно. Вот мне девочка рассказывала интересный случай. Я, говорит, на горку шла, и вот уже в какой-то момент почувствовал, я уже задыхаюсь, я не могу подняться. Я сама себе сказала, я могу. И она поднялась на гору. Я говорю, а кто тебе этому научил себе такое сказать? Она говорит, никто не учил. Есть у нас в природе это. Инстинктивная самопомощь. Но когда мы несколько раз это сделаем осознанно, ну, для этого нужны, наверное, специалисты, которые помогают человеку напомнить, что он все может, показать ему примеры. Да, чтобы сократить время, чтобы человек в своей жизни шишки, которые он набивает, для пользы дела потом применял, а не застревал в них. Да. Я не знаю, насколько я объяснил это, может быть, еще вопрос. В чате огромное количество очень позитивных комментариев, благодарных, поэтому я уверен, что люди понимают и... Они понимают тот смысл, который вы в это вкладываете, потому что действительно за этими словами стоит очень много всего. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду и какие техники за этим стоят, поэтому это действительно очень это важно. Здесь был вопрос, у меня просто прямо вот только что прыгнул чат. Был вопрос о том, я сейчас тогда уже своими словами задам. Вопрос как раз вот в продолжение того, о чем вы говорили, о том, что ну, уже само по себе, безусловно, действительно здорово и замечательно, когда человек умеет управлять стрессом, умеет его снижать или там перенаправлять каким-то образом, где обрести веру в себя, свои возможности, то есть что делать после того, как ты смог снизить стресс, каким образом найти веру в себя, в свои силы, в то, что ты можешь таки снова продолжить или начать создавать что-то новое в своей жизни? Ну, это в коуче делают же. Ведь коуч от психотерапии отличается тем, что психотерапия, она ищет, где поправить, а коуч ищет позитивные моменты в жизни человека, на которые направляет его внимание, говорит, ты где справился с собой, как у тебя лучше получилось. И учит его вспоминать вот эти позитивные моменты, на которые опираться. У меня лично тоже много нервов бывает в жизни. И много случаев бывает, когда я теряю надежду, что я теперь справлюсь с чем-то. Ну, вдруг новая ситуация, неожиданность там. Я себя заставляю вспомнить
Было же немало случаев, когда было так же, что я думал, что я ничего не смогу. То есть вот когда вы несколько раз это делаете, потом у вас появляется какое-то ощущение, такое, ну, ощущение, такое чувство, что это не смертельно. Это не смертельно. Как бы тяжело ни было, это не смертельно. Значит, вы найдете решение. И вот это ощущение, что решение будет найдено. Надо, надо скультивировать во время перезагрузки. Вот один изобретатель, у меня друг есть, он большой изобретатель, а у него еще друг, еще больше изобретатель, у которого всемирная слава. Он сделал столько изобретений официально, официально. И вот его спрашиваете, как это у вас получается, что вы в такой ситуации неопределенности, когда не знаете, как решить задачу. Это все равно, как и в жизни, когда вы потеряли все возможности, вот, неопределенность, а решить задачу надо, и вы не знаете, как решить. Это и есть изобретательство. И вот его спрашивают, как вы столько изобретений сделали? Он мало того, что он сам сделал, он других учит это делать. И вот каким образом. Он говорит, самое главное, когда вы получаете задачу, а вот эта новая ситуация – это задача. Когда вы ее получаете, самое главное – абсолютно быть уверенным, что вы ее решите. Вы еще не знаете как. Но вот это чувство, если вы получили, то она сама складывается. Вот это решение само складывается. Вы поможете своему и бессознательному, сознательному мозгу синтезировать решение. А если вы не уверены, что вы решите, вы блокируете этот синтез. Так вот, для того, чтобы быть уверенным, что вы решите всегда, во время перезагрузки, когда вы выйдете на безмятежность, а это вы сталкиваетесь с вечностью, это вы сталкиваетесь с безвремением, это вы сталкиваетесь с бесконечностью, это вы сталкиваетесь с отсутствием страха, комплексов и стереотипов. И в этом состоянии, такое состояние бесстрастности, в йоге это называется созерцание, в буддизме называется там нирвана, еще медитативное состояние, или фана, или дзен, или поток, учиксен, михаи, если это в деятельности, это же самое состояние, а в статическом положении это нирвана. Так вот, если вы в этом состоянии помечтаете о том, что любую задачу, которая у вас появится, вы обязательно решите. Вы еще не знаете как. Но это есть определенное состояние, это определенное чувство, что вы решите. Вот это у себя, оно у вас в природе есть. И поэтому, если вы у себя повызываете несколько раз, что вы можете решить любую задачу, то на самом деле она быстрее получается потом в жизни. Вот я вам пример приведу, как я научился рисовать. Ну, я в детстве рисовал, как все. Но не думал, что я когда-либо буду художником. Вот так вот у меня девушка одна, она очень любила к моему другу ходить, говорит, пойдем к нему, а что ты туда пойдешь? А там картины такие он рисует. Я говорю, да, ну что, я сам тоже так могу. А ты кто такой, чтобы рисовать такие картины? Я стою всегда на работе, держу руки вот так. Начались они расходиться у меня по моему желанию, это левитационные движения, которых я сказал. И в этот момент я замечтался о том, что я рисую только шедевры, и все девушки приходят и дивятся, какое диво я сотворил. И я размечтался на фоне левитационного движения. То же самое можно на фоне волны размечтаться о том, что вы художник, о том, что вы можете решить любую задачу и так далее. И вот я размечтался на фоне левитационного движения, и вдруг я почувствовал, что вот это сомнение, что я могу быть художником, вот этот блок исчез. И у меня появилось ощущение, ну хочешь, рисуй, кто тебе мешает. Вот снятие этого блока, это как раз-таки прорыв в развитии.
Потому что этот блок связан с нашим неправильным представлением о наших возможностях. Мы все можем. Просто нам об этом никто никогда не говорил. Нам говорят каким-то странным образом. Знаете, как нам это говорят? Человек все может, в потенциале все может. А когда нас учат чему-то, нас учат делать не как мы делаем, а как делает кто-то. То же самое в медицине и в физкультуре, например, говорят, подход должен быть индивидуальный. А на практике говорят, делай как я. Вот что нас отрубает. А метод ключ как раз-таки – это делай как ты, подбирай как ты, делай как тебе приятнее, а не как мне приятнее. Вот поэтому здесь впервые в методе ключ стратегия обучения идет не на основе повторения, мать учения, повторения, а на основе принципа подбора путем перебора, чтобы вы сами подбирали те действия, которые вам подходят, по критерию максимального соответствия, а сам процесс подбора путем перебора развивает креативное мышление. То есть по существу это школа мыслить, развиваться. Это другая школа, это не школа повторений. Об этом надо говорить, и мне кажется, что сегодняшний наш разговор очень полезительный в этом отношении. Я не знаю, насколько я понятно сейчас выражался, но это... Да. Тут в чате пишут много благодарностей, и благодарности в том числе за то, что вы очень простым языком объясняете очень глубокие и мудрые вещи. Поэтому это не только мое мнение, об этом пишут люди, и по этому поводу очень сильно вас благодарят. Спасибо большое. Был интересный комментарий от одной из участниц сейчас о том, что она заглянула в комнату, где находится в данный момент ее мама, и мама не слышит то, о чем вы говорили, но она начала делать похожие упражнения. И вот девушка писала в чате о том, что удивительно, каким образом это передается, потому что мама явно делает что-то похожее на то, что, о чем говорили. Это никак, конечно, не передается. Мама делает инстинктивно, наверное. Или почему она делает, я не знаю, но я не телепат, это точно. Ну да, безусловно, это просто в любом случае... То, на чем построена ваша методика, это просто здравый смысл и очень глубокое понимание физиологии. Конечно, многие люди, на самом деле, как, ну, по моему опыту, просто очень сильно недооценивают эффективность этих техник именно по причине того, что им кажется, что это слишком просто, а у меня же такая сложная проблема, мне так плохо, у меня такая непростая жизнь, как могут такие простые вещи помочь мне, когда так все... Непросто. Вот здесь тоже такой комментарий в чате. Как бы такой предмет, что можно было бы сделать для того, чтобы вот то, о чем вы говорите, такой предмет был бы введен в программу школьного образования? Как вы думаете, как это возможно? Вы знаете, вот тут проблема в чем? Дело в том, что в учебнике по физкультуре для 10-11 классов в российской школе это уже есть. Но беда-то в том, что пока это внедрится, а уже в учебнике там несколько лет, пока это внедрится, у профессора Матвеева в учебнике, если кто заинтересуется, пожалуйста, Анатолий Петрович Матвеев, который именно специалист по учебникам, по спорту, завкафедры был и так далее, вот, для 10-11 классов. Там есть прямо несколько страниц с картинками, синхрогимнастика называется по методу ключ. Синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. Несколько страниц. То есть в школу это как бы дадено, но все же это формально. Все же это формально. Это, пока это не станет модой, пока не станет востребовано всеми, пока люди не узнают. Вот сейчас такой счастливый случай, мы со Славой вот сейчас разговариваем, кто-то узнал, да, вот это же очень важно. И вы кому-то сказали, кто-то узнал, кто-то начнет интересоваться, да, и мы со Славой, может быть, еще как-нибудь в Новом году встретимся и что-нибудь скажем, да. А я вот несколько раз смотрел, Слава, ты такие изумительные вещи рассказываешь и показываешь, ты же это то же самое и делаешь. Вот получается, мы с двух сторон, что ли, это делаем. Одно и то же, только разными словами иногда рассказываем. Вот так получается. На самом деле так и есть. Друзья, на самом деле Хасан Магомедович сейчас сказал очень правильную вещь. Видите, мы все хотим, чтобы наши дети учились вот этим вещам в школе, чтобы в школах у наших детей, в университетах, в детских садах была такая же
созидательная, разумная, экологичная атмосфера. Но именно мы на самом деле и формируем то будущее, в котором могут оказаться наши с вами дети и внуки. И что для этого надо делать? Надо просто заниматься вот подобного рода вещами самим прежде всего. И во вторую очередь уже просто ретранслировать это вокруг себя тем людям, кто вас окружает. Потому что в любом случае каждый из нас на подсознательном уровне стремится к тому, чтобы выжить. Это просто, ну, это рефлекс, базовый рефлекс. Вот самосохранение и продолжение жизни. Это просто инстинкты. И когда другие люди будут видеть, что вы находитесь в намного более стабильном, ресурсном, расслабленном, здоровом психологически, прежде всего, состоянии, они будут тянуться к вам просто подсознательно. У них будет выше уровень доверия к вам. А во-вторых, им просто будет хотеться делать то же самое, что делаете вы, для того, чтобы чувствовать себя так же. И ваша жизнь, люди вокруг вас будут меняться. Это неизбежно всегда происходит. Да, это не моментальный процесс, но это в любом случае вот процесс, который можно наблюдать во времени. Поэтому прежде всего для того, чтобы вот вокруг вас общество становилось здоровее, и для вас, и для ваших детей, и для ваших внуков тем более, обязательно начинайте делать подобного рода вещи или продолжайте делать еще более активно прямо сейчас. И точно так же просто распространяйте вокруг себя вот информацию о том, что это есть, это работает, это полезно, и это очень просто на самом деле. Сейчас самое простое, что вы можете сделать, это поставить лайки под видео, подписаться на нас и оставить какие-то комментарии в чате. Чем больше будет таких действий, тем больше людей увидят и эту запись, и какие-то другие наши встречи с Хасаем Магомедовичем. И как следствие, вы прямо сейчас делаете техники и вот таким образом поддерживая этот эфир, вы просто на самом деле поможете тому, чтобы как можно большее количество людей узнало о том, что на самом деле решение на те вопросы, ответы на те вопросы, которые люди не знают, как вообще для себя закрывать, они есть. Они есть, они очень простые и доступны абсолютно любому человеку. Хасай Магомедович, здесь один есть вопрос. Мне кажется, я знаю, от кого это, и это тоже прекрасный совершенно человек, и, ну, огромный специалист в теме здоровья. Один из таких, ну, тоже очень авторитетных. Вопрос. Очень такой прекрасный, глубокий человек. Есть вопрос, который я сейчас изучаю. Что такое любить? Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, любить-то я это понимаю инстинктивно, как и все понимают. И дело в том, что вот этот вопрос, истина, она в контексте. Слово «любить» означает разное. Означает разное. Потому мы создаем науку человечности, чтобы определить эти понятия, чтобы трактовки были однозначные, чтобы каждый не понимал по-своему. Потому что один получает, понимает, любить, например, вот человека любить. Я никак в свое время, когда в школе учился, не мог понять, как любить своего соседа. Если он пьяный приходит, ногами в дверь, пока даст другим жильцам спать, как я могу его любить? Хотя все говорили, надо любить ближнего. А я думаю, как его любить? Я пример привожу. Как его любить, если он мне жить не дает? Так дело в том, что в этом смысле любить совсем другое имеет значение. Имеет значение, как человека понимать и помочь ему, чтобы он не делал так, чтобы довести его своим сопереживанием, пониманием, разумом, мудростью, каким-то образом помочь ему выйти из этого плохого положения. А в другом смысле любить – любить женщину, когда ты уже ни о чем уже думать не можешь, только ее обожествляешь, и когда о ней думаешь, и все видишь в божественном свете, тебе тепло на душе, и тебе хочется быть лучше, и ты начинаешь развиваться и самосовершенствоваться. Ребята, когда влюбляются, начинают мышцы качать, красоваться перед зеркалом, они хотят быть сильнее, они хотят быть лучше, и так далее, и так далее. Это уже многое значение слова «любовь». Поэтому мы создаем совместно науку человечности, чтобы уже определяя эти понятия, еще более и более становились человеками. Сегодня это очень важно, потому что нас пытаются кое-кто расчеловечить, забывая о том, что человек, как говорил, не хлебом един, только жив. Хасай Магомедович, тут еще был вопрос в чате. Знаете ли вы о дальнейшей судьбе детей Беслана? Я сейчас маленькую ремарку сделаю. Я помню те видео, которые вы когда-то показывали про этих детей. Друзья, это на самом деле действительно, ну, пробирало просто до мурашек, когда
ты видишь вначале детей, которые там заикаются, не могут нормально читать, не могут решать достаточно банальные там, математические какие-то задачи, просто потому что они в состоянии посттравматического стрессового расстройства очень глубокого. И после того, как с ними поработал Хасай Магомедович, если не ошибаюсь, вы тогда говорили, что там дистанция всего в неделю между этими видео. Я могу ошибаться сейчас, это уже было не один и не пять лет назад. И на следующей части этого ролика там эти дети совершенно нормально рассказывают стихи, поют песни, решают задачки. То есть и речь, и память, и интеллектуальные функции, все это восстановилось, причем за достаточно короткое время. Вы слышали что-то о их дальнейшей судьбе? Я, к сожалению, не слышал. Я в Беслане был дважды. Первый раз я ездил для того, чтобы из острого стресса выводить детей и взрослых. И еще по городу я работал. И второй раз я ездил уже готовить специалистов там. Они там центров понаделали новых для восстановления. Я ездил готовить специалистов. И вместе со мной ездили туда и другие специалисты, других министерств и так далее. Я им показывал, как именно психофизиологию применять для этого, психотерапевтическую. Но тут потом какое-то время, где-то лет 10, мне звонили кто-то, писали, вспоминали какие-то случаи. А потом все уже время как-то прошло, потому что страна так она менялась, и другие проблемы. Да. Каждый раз, когда дата эта была знаменательная, вспоминали о Беслане. Вот так вот. А так у меня связи, к сожалению, не осталось. И у меня были свои проблемы с центром, там тоже перетурбация постоянно на Таганке происходила. Ну, как говорится, жизнь нас разорвала по времени. Да, я прекрасно понимаю, страна на самом деле огромная, и такое количество людей сохранить связь со всеми. Просто Хасай Магомедович на самом деле работал действительно с десятками, если не сотнями тысяч людей, и здесь контролировать... Я Олимпийские игры ездил в Китай, я там и международные соревнования, я не только здоровьем занимался, я же и спортом, поэтому я не мог только одним и тем же заниматься. Вот. И, к сожалению, так бывает, что мы уже не знаем, что и как. Даже с близкими, с друзьями мы не всегда встречаемся, может быть, раз в 10 лет теперь встречаемся. Я вот за то, чтобы сократить кризисы и войны. Я за то, чтобы мы науку человечности развивали. Потому что само развитие науки человечности из стран, из разных самых стран, от Нью-Йорк, там, Бомбей и всякие... слушайте, у нас из Украины сколько людей в школе, человек будущего, Homo Futurus, созидание науки человечества. Я вас всех приглашаю. Супер, спасибо большое. Хасай Магомедович, наверное, последний вопрос, чтобы мы вас уже могли отпустить. Мне кажется, он тоже просто будет очень актуален для многих. Скажите, пожалуйста, ваши методики, я знаю об этом точно, они применяются и для детей тоже, и достаточно успешно. Собственно, вот уже про детей Беслана говорили. Вы могли бы максимально коротко каким-то образом хотя бы в целом обрисовать для родителей, что бы они могли делать, как построить вот такую работу с детьми, чтобы дети и развивались нормально, и выросли нормальными, полноценными, незадавленными людьми, психологически самодостаточными, и в целом успешно справлялись дальше в жизни со всем тем, с чем им будет предстоять справиться? Да, я могу, но только в общих словах, потому что очень сложно. Даже не знаю, какого возраста дети и так далее. Но я в общих словах скажу. Дело в том, что сами дети это делают. Они делают непроизвольно. Вот смотрите, и стоят вот так делают, шалтай-болтай делают. И стоят вот так делают иногда. Иногда ходят туда-сюда по комнате, и качают ногой, постукивают пальцами. Это же все инстинктивные действия, снимающие напряжение. И вот ко мне приводят родители, допустим, мальчика, ему надо сдавать экзамен через какое-то время. А он не может спокойно сидеть, не может сосредоточиться. Он сидит, вот так все время качается. А мама очень беспокойная. Научите его, чтобы он был спокойный. А я ему говорю, качайся сильнее. Мама вообще изумилась, что вы делаете. Я как раз к вам его привела, чтобы он спокойнее сидел. Я говорю, вот посмотрите. И он качается сильнее, потом говорит, а сколько качается через 2-3 минуты?
Ему уже расхотелось качаться, потому что он пар выпустил. То есть, по существу, вот это напряжение, которое у него было, заставляло его инстинктивно делать эти повторяемые движения. А ему запрещают. Так ему надо разрешить, но не в школе это делать, не на людях это делать, а дома, как упражнение. Я ему сказал, до понедельника, вот, да, или вторник, там, когда у тебя экзамен, там несколько дней, 5-6 минут в день, ты же все равно так делаешь. Только делай теперь сильнее. Делай, как тебе удобнее, делай свободнее. Тебе это можно делать. Ему разрешили это делать, и у него немножко выровнялось, и он пошел потом спокойнее сдавать экзамен. Мама была просто счастлива, потому что из него же самого ему родили упражнения. Да, и она сказала, то есть у нас очень много действий, которые мы делаем, и дети делают, но которые мы в себе блокируем. Мы все блокируем, потому что мы не знаем, что это инстинктивно выживательные действия, которые нас в нашей природе, природа нас пытается вывести на нормальное состояние, а мы в себе это блокируем. Как пример, температура. Вот какой-то вирус был, там микроб был, температура у нас повышалась. Раньше же не знали о том, что температуру надо не трогать. Пускай повышается до определенного уровня, дальше не надо, потому что белки горят. Но это же не сразу же узнали, что температуру не надо трогать, пускай борется в организме с инфекцией. Это же потом только узнали, какие-то годы. Да, точно так же очень много реакций, которых мы не знаем. Мы думаем, что они вредные, а на самом деле полезные для определенного предела. Таким образом мы рождаем упражнения, изучая природу человека, наблюдая, как он себя ведет инстинктивно в трудных ситуациях, и превращая из этого приема. Дрожательный прием, там, хлёст там какой-то, там, шалтай-болтай, весь назад, весь вперед. Ну, все эти упражнения надо просто посмотреть и подбирать себе то, что вам подходит, как рубашка в магазине, подбирать себе по размеру. И сам процесс подбора, еще раз повторю, развивает творчество мозга. Спасибо вам огромное. Хасай Магомедович, в чате огромное количество комментариев. Мы потом вам пришлем ссылки на запись. Вы посмотрите, почитаете, и в наших следующих эфирах просто сможете, возможно, еще как-то более целенаправленно, понимая уже лучше наших людей, кто нас смотрит, еще более понятным образом общаться. Хотя, мне кажется, понятнее и полезнее уже действительно очень сложно. Я бы хотел сказать, что в новом году я желаю, чтобы был мир на земле, чтобы все-таки мы были. Люди должны быть человеками, homo sapiens, человек разумный человек. И мы должны все объединяться. Поэтому я очень счастлив, Слава, что ты со мной сейчас, как всегда, и со всеми друзьями, с кем ты нас сейчас познакомил. Я всем желаю здоровья, счастья в новом году и семьям вашим, и родителям вашим. Дай Бог, чтобы все получилось так, как надо, и чтобы человечность в человечестве победила, как всегда побеждала во все века, во все времена, общие общечеловеческие ценности. Да. И когда мы думаем об этом, на самом деле мы становимся на правильный путь. Это спасибо, Слава. Совершенно правда, присоединяюсь. Спасибо вам огромное, Хасай Магомедович. С огромным уважением и благодарностью к вам. Спасибо огромное за сегодняшний эфир и за то время, которое мы с вами провели здесь сегодня вместе. Друзья, у меня большая просьба к вам. Мы в любом случае постараемся с Хасаем Магомедовичем и дальше, с какой-то периодичностью. В общем, я думаю, что это не последний эфир. То есть мы еще будем выходить вместе. И вы можете сейчас просто писать в чате вопросы, которые вас бы интересовали в наши следующие встречи. Дальше просто следите за новостями. Опять же, подписывайтесь на нас. Ставьте лайки под этим видео, оставляйте комментарии. Вы тогда и сами не пропустите уведомления о том, что будут эти эфиры. С другой стороны, точно так же большее количество людей сможет это посмотреть. Я уже сегодня об этом два раза говорил. И пишите свои вопросы на следующие эфиры. Мы их соберем. Мы в любом случае будем это мониторить. И опять-таки, когда мы будем следующие эфиры проводить, мы постараемся эти вопросы тоже закрывать. Поэтому сейчас
Спасибо вам огромное за ваше внимание. Спасибо огромное за весь вот супер, просто невероятно теплый, любящий и искренний чат. Это так трогательно видеть на самом деле. Спасибо вам огромное. Это действительно очень важно. И я очень рад, что в этом мире, в нашей с вами жизни есть такие люди, которые действительно создают настолько глубокое, созидательное, оздоравливающее воздействие на большое количество людей и на мир в целом. Хасен Магомедович, искренне огромная вам благодарность. Спасибо большое. Слава сердечная, тебе спасибо. Да, дай Бог дома, чтобы все было хорошо, благополучно. Вы труженики. Вы труженики, я вас обнимаю. И всем привет большой. До свидания. Спасибо. До встречи. Большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, с наступающим Новым годом. Счастья вам, как точно так же сказал Хасен Магомедович, мира, самое главное, в душе и в жизни. И пусть все будет хорошо. Мы не прощаемся. В любом случае, до новых встреч. Следите за новостями. И счастья вам. Счастья, здоровья и мира. Спасибо.